Они ничего не едят там. Люльку аж потерял. Кто коки облизывался? И у меня сегодня, смотрите, все разноцветные. Даже Люля. Господи, как они тебя отстегнули, пацаны, что с карабином ты у нас гуляешь? Без толковки, скажи, мальчишки. Мальчишки без толковки, да? Энзо. Дай сниму карабин. Ну, подожди. Носом своим большим. Все. Все, иди. Что вы все на меня напали? Очень на стало холодно. Я придумала, чтобы он подходил, когда его зовут. Ну-ка, ну-ка. Расскажи мне. Короче, вот так в течение дня подзывать его, он же здесь подбегает. Просто погладить ему, чтобы он убегал. Да ей, так ему... Так, Энза, проглотишь ее, блин. Да, или она тебя. Да где он голову ее заглотил? Она... Что, Даночка? Что такое, зашкварник? А он, наверное, как этих своих, как этот... Дану, ой, как ее, господи. Господи. Хотела так быстро сказать. Ага. Дана, 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 иди ко мне. А ты что, Дана? Я хуже. А этот пенсионер, блин, в покое не оставляет нас теперь. Лакост. Прошли былые времена, да, уже? Уже скоро, наверное, лет 12 тебе будет. Котик, еще живи. Еще 12 лет живи, Лакост. Будь вот таким ласковым, холосым. Юля, не сдавайся, бейся до последнего. Блоха какая. Блоха, скажи, какая прилипала. Прилипала блоха. Это не Люля, это за щеку его тянет. Энза, беги от нее. Ну, конечно, аккуратно же скажи надо. За шею пытается именно. Аккуратно. Перевернись. Энзо. Да что ты за прекрасный песик. Умненький, умненький, да. Чуть-чуть бестолковенький, но это, скажи, просто отсутствие внимания. Нас много, скажи. Это вот, с ним бы видео хорошее получилось, как это. Видела, когда собака кота домой несет. Вот это, по-моему, Энзо бы так бы таскал. Давай, неси Люльку домой. Давай спать. Спать ее укладывай, иди. Да не так, иди, пожалуйста. Вон, водичка. Моя девочка, отойди, пожалуйста. Энзо. Зеленые, поменьше. Ты еще думаешь, брать ее или не брать, да? Ага. Она жирная, я не донесу ее, скажи. Есть котопес, есть енотопес. Нет, не получилось взять. Ты мой, скажи, хорошенький, такой большой. Ну, я тебя сфоткать хотела. Энза. Энза, красавчик мой. Юля. Не Юля, гамнюля. Короче, я на продажу свои цветочки любименькие решила выставить. Вот этот продадим, потому что сейчас заносить их надо будет вон в дом уже, ну не сейчас, через месяц где-то. Вот, тут у меня уже и листва у нас сыпется, а мне их все ставить некуда, прям все, чтобы. Вот эти тоже висюльки надо попродать, вот он тоже. Энзо, куда пошли? Куда вы? Вот эту... Традискан, сучка. Потому что у меня вот уже новая партия, гляньте. Он рос, я вот так их сюда поставила. Они вот корни пустили, я их отщепнула. И вот целый горшок скоро будет, как вон тот висячий. Тут у меня плющ поприжился, поприрос. Вот. Этот, который в лесу украла. Вот уже новые, гляньте, у него. Вот это все новенькое. Можно будет уже высаживать его. Вот эти, их надо бы рассадить. Ну, если кому надо, прям с тазиком могу продать. И этот плющик, вот он приросся. Нормально. Так, что это? А здесь у нас дикий виноград. Вот этот вот. Стена заплелась. Надо вот так вот его вырубить опять. Ну, по бордюрчик. Будет круто.
Лестницу поставили мы там, чтобы инжирчик собирать.